Всем привет, дорогие друзья! С вами Хаунд. Мы продолжаем проходить метро Exodus. Движемся мы дальше. За Мишкой, которая потеряла девочка Настюша. Да я пойду, мне да что, мне трудно что ли? Опа! Тут вода, тут не лед. Значит, нужно обратно идти. Как я прошел-то сюда? Как-то так кажется, да? Ага, по грязище. Что такое? Я ж в противогазе. Блин, ну... Надо же было сюда медведя за... он ранее, что ли, застрелил или что? Что такое? Мне сказали, удерживайте тут эту хрень. Чтобы для чего-то там... Ну, неважно. Просто неважно, отвлекаемся на всякую мелочь. Нам нужно медведя найти, это главное. Давайте его искать. Он где-то здесь, вот с этой трубой что-то связано все у нас. Ага. Хорошо, давайте поднимемся. Давайте поднимемся, раз так требует эта игра. Мне что, трудно что ли? Нет, мне не трудно. Я поднимусь и проверю этот труп заодно. Там что-то есть. Там кто-то живет. Да ладно. Не надо так громко. Ты что, гонишь что ли? Здрасте. Ребятки, я на секунду сейчас сверну игру, подождите. Все, идем дальше. Сейчас мы посмотрим эту тварь, которая тут живет. А ну-ка. Здорово, чучело. На тебе. Опа, опа, тихо. Че устроил-то? Дурак, что ли, так прыгать? Сейчас мы всех местных все спугаем. Убил, 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 убил. Красный крест появился во время стрельбы, значит, я убил его. Отдыхай. Мишка. Я аж закашлял, когда тебя нашел. Видимо, не к добру это, я не знаю. Странно, нашел Мишку, помог девочке, и тут на меня кашель накинулся. Странно, странно. Уж очень жесткое какое-то совпадение. Но на самом-то деле получается. Согласитесь? Что за бинокль? Ну-ка. Куда мне придет эта штука? А, мне прям домой тут придет. Здорово. Вас слишком много, я реально... Проще будет на тросу переехать. И пойти обратно до паровоза. А, нет, не до паровоза. До этого. До крестика нам по званию надо идти. Встретиться с мужиком. Не помню, как его зовут, к сожалению. Насрать, поехали. Не будем тянуть время, как в прошлом выпуске. Сейчас мы быстренько все сделаем. Опускай. Опа. Побежали. Главное не наткнуться на бандюганов и остальных крутых чуваков, которые могут здесь гулять и жить. Мне музыка не нравится. Не знаю, как вы, а лично я слышу немного скрипочку, немного хоррор звуков. И прочее, знаете, как будто какой-то русский детектив с Леонидом Каневским. Снимай давай. Двигаться уже можно. Надо сохраниться еще? Спасибо. Побежали. Пока у нас есть время, пойдем по ЖДшке. Навряд ли поезда будут. Да? Да. Поезда сзади нету. Ни дрезины. Ничего нету. Значит, можно смело идти пешком, аккуратно. Почему не показывает дорогу направо? Если мне надо идти вот. Странно. Пойду так, как я считаю нужным. Прямо на крест. Потому что нет, ну, чувак какой-то должен был ждать около моста. А вот, собственно, и мост. Пойдем к нему. Не нужно мне идти сразу на задание. Марио, еще куда-то прямо показывает туда. Не-не-не-не-не. Это бред какой-то. Или радар компас забагался. Или что? Опа. Обманем немного игруху нашу. О-о-о. Вот это не к добру, я уверен. То, что пацаны вот так вот нырнули, это не к добру. Узамочил. Тихо. С чем нам панику наводить? В местных краях. Просто издалека. Втихаря. Чпаньк, пулька.
Все, 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 тихо, малый. Тихо, малый. Блин, а сколько тут? О-о-о-о. Ребята, будем стрелять. Я вас понял. Они где-то живут. А, вон в норах. Это как полочи кротокрысы, понимаешь? Да, да, да. Так оно есть, это как фоллочи кротокрысы. Ни больше, ни меньше. Только они слабые какие-то очень. Вали от меня. Тут этот живет? Наш стрелок или как там его? Алло. Открывай двери. Артем пришел. Туки-туки. Здорово. Ты откуда? Детина. Ну здорово, брат, покрой. Здорово. Что, как дела? Заметил меня? Не. Другие не замечали. Я думал, ты а же я будешь. Уже как родной. Слышал, ты на терминал за дрезиной, но тогда слушай, чего я тут наразведывал. Ну давай, рассказывай. Вход в терминал, как я понял, с воды. К счастью, там есть пристань и лодка. Видно, святоши постарались. Внутри, похоже, одни зверолюди. Зомби? Вон, видишь, заправка. Там бандиты. Я так понял, они там святош ловят. Те, где заправка? Вспоминали, как медом намазано. Пока я тут сижу, уже троих так взяли. Где заправка? Глянь на вот тут. Там бандиты пленников держат. То ли выкуп ждут, то ли что, но измываются над ними страшно. Хорошо. Я у бати раза три разрешение на вылазку запрашивал, но он ни в какую. Я его понимаю, но... Все равно, мы же всегда... Не надо рисковать. От такой сволочи защищать. Мужик, не надо рисковать. В общем, еле сдерживаюсь. Ну ладно. Руины те, видишь? Там бандитский лагерь. Да я уже понял. Есть снайперы, как минимум один с крыши частенько прицелом блестит. Так что в психическую я бы на них не ходил. Ага, вижу. Мост сидит в глухой обороне. Боевики их носа не высовывают. Явно ждут, что мы их штурмовать будем. Так что о них сейчас беспокоиться нечего. Ладно. Демон! Конечно, когда выдвигаться тебе решать, но в темноте обойти бандитов будет попроще. Ты бы развернулся. В общем, решай, а я обратно на пост. Хорошо, спасибо тебе. Ты мне нарисовал карту, куда мне двигаться-то? О, вопросиков куча. Типа это... Все, мне залутать нужно? Давай, спасибо за верстак хоть. Вещи свои посмотрю. Патрон надо собрать мне. И аптечку хотя бы одну. Спасибо. У меня на ловушек ноль вещей. Так, что нам еще нужно? Ну давай их. Давай вот этих малых соберем. Да, чистить не надо. Все, пока меня все устраивает. Спасибо. Патроны есть. И ловушки есть всякие. Пойдем. Доброй охоты. Спасибо. Выдвигаемся. И вот эту штуку еще зарядим на всякий случай. Так, куда нам двигаться надо по главному квесту? Ой, там в прямоугольник самый дальний, офигеть. Ну пошли туда. Правда, надо было ночью идти к бандитам. Чтобы по стелсу пройти как-нибудь. Но ничего страшного, я не люблю ночь. Вообще, знаете, все эти темные тона мне не по факту, нет, не по кайфу. Да все, умирай! Я понимаю, промазал. Ну не столько же раз, ну. Не, в норку я не пойду. Эй, и про... Тихо. Ты чё, ты чё, ты чё, ты чё? Всё, тихо, тихо, тихо. Тихо, малый, тихо. Успокойся. Да, промазал разок. Ну ничего страшного в этом нету, потому что я тебя промазал, согласись. Нужно просто было умереть так вот разок. И всё. Демон летает, крыса. Дай бог, чтоб не спалил меня. И почему вот эти собаки тебе позволяют гулять так спокойно? По дорогам местным. Это, знаете ли, антисправедливо. Что у нас газельки лежит? Не зря этот ящик выделяется так сильно. Ну запрыгивай, Артём! Как старик какой-то, ей-богу. А газелька вот зря тут висит. Стоит. С открытым грузовым отсеком и багажником, ящиком. Только мешается. О, у меня вообще не заряжена пушка, офигеть. Неужели я так сильно ее слил? Все. Теперь-то урон по лошади должен проходить. Ты типа спалил меня или что? Вроде как музыка не играет злая, знаешь. Поэтому ты не должен был меня спалить. Плюс я иду, сидя.
На четвереньках практически ползу. Чтоб ты меня не спалил. Пропал. Давайте ускорим шаг немного. Что такое? Понял. Одеваем противогаз. Хоба. Тварь это место насрать. А вот мне нет. Тихо, тихо, родной. Понял? Наема. Все. Я понял тебя. Убил. И тебя не спалили. Хорошо. Они крики своих же товарищей не различают, видимо. Ничего страшного в этом нету. Все мы люди. Все мы все понимаем. Опа. Давайте переглядываться. Один около зилка гуляет. Есть снайпер наверху. Смотри, сколько у них патрулей-то днем, офигеть. Лучше бы они ночью столько отправляли. Как-то правильнее бы было, что ли. Так. Вот этот палец, он еще разговаривает с кем-то. Снайпер на крыше смотрит именно в мою сторону. Вот это против меня сейчас играет. Надо подойти каким-то образом к кижаку. И за ним посидеть и ждать обстановку. Например, пока снайпер уйдет. О! Чего смешного? Все. Ну-ка, я сейчас сохранюсь. И буду тут сидеть. Ждать. Удобного момента для вылазки для них. Или до них, правильно буду сказать. Аккуратно подходим. До следующего ежака. Вот так вот. Обалдеть их там. Тихо. Тихо. Мимо проходим, мужики. Блин, они забагались. Он потом шел сюда, я резко развернулся, пошел так это обходить. Гребаные баги. Скрипты и прочее. Так. А ну-ка сохранить. Пойдем немного дальше, пройдем. Спалился, да? Загрузка. Все. Базара ноль. Я спалился. Перекрестие прицела, индикация попаданий по умолчанию включены. Вы можете их отключить в меню настроек. Вы можете взять две одинаковых образа оружия, по-разному их модернизировать. Так. Меня тут спалят. А кто? Вон та крыса наверху, что ли? Или как? Кто меня спалил-то, я не понял. Блин. Надо, чтобы он уходил. Надо, чтобы уходил туда снайпер. Вроде никто меня не видит. Он отвернулся. Как он вовремя отвернулся? Это что-то. Я, короче, поднимаюсь, валю снайпера. И сверху будем делать дела. Так, сохранение. Пошли наверх. Тихо. Здорово, мужик. Зря тут покурить встал. Плохой себе снайпер, значит. До свидания. На. Спасибо за твой лут. Он мне в будущем поможет. Где твои товарищи-то? Где твои товарищи-то? А? Неужели тебя никто не прикроет? Странно, как-то странно. Спасибо. Еще и патрончики тут лежали. Спускайся давай, Тёма. Сверху я никого не видел. И не увижу. А значит, бандюков нету вдалеке и в окраинах. Сохраняем. Послышалось? Свистит ты, чувак, здесь. Мне послышалось то, что кто-то обходит. Разговоры там какие-то. Замком! Да, Тёма, не позорься ты. Видно же было то, что замком. Что за книга? Так, новая заметка. Ой, сами прочитайте, ребят, пожалуйста. На паузу нажмете. Прочтете. Так, не-не-не-не. Через главный вход это самоубийство заходить. Поэтому давайте в обходняк. Вот так вот как-нибудь через этот мусор. Главное, что снайпера, мне кажется, сняли.
Остальное это вообще дело мелочей. Тут дверь вообще закрыта, завалена. А я пытался ее там что-то открыть, там тыры-пыры. Понял. Мне не обойти. Видимо, придется только через главный вход идти. А там максимально скрыто практически. Ах ты нет. Мне кажется, если ползать, то я по-любому не пройду. Будем идти сидя, как сейчас. Там кто-то кашляет, я тебе базарю. Там кто-то кашляет. Я тебе тупо отвечаю, чувак. Там кто-то реально кашляет. Опа! Там не было никакой тени. В смысле вижу? До свидания. До свидания. Тихо. На колени. Тебе повезло, что это я промазал. Издаешься, извините, не в самых удобных местах. Все, лежи. Я тебя не убил, ты живой. Ты просто в отключке. Ты проснешься через пару часиков. Спасибо. Так, это нам нужна штука? Это что-то для брони нашел. В смысле, ты гонишь? Взял, калаш не положил. Адекватно нет, тип. Здесь все забрал. Есть что такое? Что за рация? Любонька. Да ладно! Субтитры намного быстрее идут, чем диалог. На, выбросили они его, оставили здесь. А, понял. Все, и мужика завалили, походу. Весна или бесна? Люба-люба-любочка. Подарю. Это Харламов играет, по-любому. Так, мне надо направо. Ага. Куда-то сюда надо было сходить мне. Погнали, сходим. Что нас тут ждет, интересно? Ну, видимо, кроме этих рептилий местных, ничего тут не будет приличного. Да все. Тихо, успокойтесь, пожалуйста, дети. Детишки, успокойтесь. Все хорошо. Я вам зла не желаю. Говорю, зла не желаю. Что ты плюешься-то? Вот. Вот тут нормальное место. Сразу видно. Люди уважаемые. Еще вот эта тварь не плевалась меня, конечно. Было бы вообще шикарно. Можно починить пока инвентарь свой. Потому что плыть нам долго. Скучно будет. Так. Чиним. Калашников чиним. Грязную штуку чиним. У нас тут ничего нету, зато горит вот тут вот штука одна. Хо-хо-хо! Нифига! Блин, это четко. Пусть будет так. Просто прибегаем такие к пацанам. Здорово говорим. Спасибо. Она мне... Я мирный. Я френдли. А на тебе такой вот арсенал висит. Одевайся. Пойдем. У тебя теперь броня покруче. Эти, эту штуку надо заправить.
и перезарядить еще. Спасибо. Пошли. Нас ждут с тобой много грязных и не очень дел. Куда плыть-то, я не понимаю. А тут обозначает это задание, которое я выполняю? Просто, нет, знаете, бывают такие моменты, когда ты немного забываешься. Зачем ты это все делаешь? Ну, пойдем плыть туда. Мне еще напомню, мужик говорил про то, что проплыть можно только на лодке. Снизу. То, что типа старались там священники и прочее. Поплыли. Символы какие-то их местные. Правиль электроборцев. План электроборцев или что там? А вот это зачем? Странные они какие-то. Ладно, поплыли дальше. Не знаю, что мы тут найдем. Самому интересно. Фонариком поможет нам найти немного. Это меня такое, что ли? Светило, отражение. Надеюсь, не спалюсь. С таким фонарем-то ярким. Какой там? В Голливуде где-нибудь светит прожектор. Ой, как тут все темно, ребята. А можно я скрин сделаю, пожалуйста? Ноль слов. Я вместо F8 нажал F9. Можно подобрать слово из трех букв. Давайте я вам три буквы сейчас назову. Это О, это Л, это Х. Беда. Я забил на них. Просто перебегаем быстренько и все. Блин, ну там с другой стороны этот лежит же. Чертеж. На костюм смаченный. На тебе. Жигана урыли. Жигана урыли. Офигеть. Тебя я сейчас вырублю. Ничего необычного. Это обычное состояние метро. Открывай давай. Быстренько собираем, значит, и уходим. Так, собирай, собирай. Мы все собираем. Да ты гонишь, что ли, Тёма? Ну не тупи. Как ребенок какой-то, ей-богу, а. Так, все украли. Можно уходить. Возвращаться до нашего лагеря. А где тип-то остался? Кореш у вас местный, бронированный. Ну, в общем, пока он ищет, я успею тысячу раз свалить. Вижу паду. Далековато ты забрался, мужик. Че с тобой? Да, столько патронов слил. Просто так, ей-богу. Просто так. Так, забираем весь хлам, который здесь лежит. Спасибочки. Так, пошли на пристань. И вот тут поинвертируем сразу. Есть такое слово, не знаю. Короче, займемся инвентарем. Собрать, собрать. Вот так. Патроны только сюда нужны. Тут ничего не надо. На броню хрень установить надо. Спасибо. И почистить оружие мне надо. Все, собственно. Мне этого достаточно. Спасибо. Погнали, Тёмка. Открывай. Врата наши местные. Перезаряди пушку. Причем зарядить-то надо ее по полной. Во всех смыслах этого слова. Прыгай. Давай сохранимся сразу вот на этой лодке хотя бы. В бою сохранение недоступно. В каком бою? С кем я дерусь, мужики? Вы чё? Из-за этого вот креветки или чё? За то, что меня бандиты спалили мертвые? Я просто не понимаю, почему запрещено. Это же глупо. Хотя, возможно, игра что знает. Например, она знала об этом плевке в спину мне. Это подло. Я же сваливаю от вас. То есть я не хочу с вами никаких дел иметь. А вы плюете мне. Это грубо. Это некрасиво.
неспортивно. Теперь там можно храниться? В бою недоступно. Вот придурок, нет. Тём, ты что, врезался, что ли? Во что ты врезался? Я вот ничего не вижу, а он что-то видит. Фонарик включим, как в прошлый раз-то было. Эть, поворачивай, поворачивай, врежемся же. И минус лодка будет. Ты прикинь, нельзя сохраняться. Вот тебе раз. Потом плыви в следующий раз после этого сюда. Так, а вот теперь там мы можем тогда сохранение сделать? Не, просто клево выглядит, мне так нравится. Мрачно. F8. Нет. Тогда нам так вот запомнить просто это место. Здрасте, приехали. А тут повеселее. Опа. Какой-то... А, это зомбари прыгают. Недолюди. Меня о них предупреждали. Мужики, меня не удивить. Вашим присутствием здесь. Вашей прыгучестью по этим лианам. Железякам, балкам. Как хотите, так и называйте. Мне не очень это интересно. Я просто держу вас в курсе о том, что мне это наплевать. Все, Тёма. Клади весло. Автомат в руки и погнали. Зря я, конечно, потушил эту штуку. А можно заново разжечь? Спасибо. Пусть будет немного светло в этом помещении. F8, пожалуйста, мне можно? Так, скрыть интерфейс. Камеры. Вот так вот. Теперь смотрим, что бы тут сфоткать. Например, это место можно как-нибудь. Вот так вот. Потом суп с котом. Собственно. Все, больше скринить нечего. Ладно, наплевать, как тут выйти-то отсюда? На эскейп. Вот тут эскейп уже работает. Вот это мне на... Здравствуйте, мистер Кит. По вам-то и вот... Вот веришь, нет, Кит? Но я по тебе больше всех скучал. Давно мы с тобой не виделись. С прошлого выпуска, кажется. Пойдем дальше. Искать этих гулей, которые свалили все. А они свалили, наверное, из-за кита, да? То, что услышали его... Ну вот, автомат испортил. Да ты! Ты чё, дурак, что ли? Кто, откуда? Убил? Убил? Перезарядить, перезарядить. Они ещё непонятно откуда вылезут. Опа! Зелёный такой-то крутой, да? Они сами заменяют, эти пацаны. Поэтому надо быть готовым к различным видам этих тварей. Здорово, труп. Ты для меня приберёг что-нибудь? Инструменты только, хорошо. Инструменты тоже плюс-минус что-то дает. Пошли наверх. Может, тут безопасная зона? Ага. Слышь. Тут столько всего есть. Куда можно сходить? Что я сделал? Ого. Что это я сделал такое? Что это за пародия на мусорный контейнер? Зачем я это нажал? Пошли в эту дверь, сходим. Не знаю, что она мне покажет, эта дверь. Куда приведет. Ну, собственно, для этого я сюда и иду. А, понял. Видимо, мы будем убегать когда отсюда. Когда будем убегать отсюда, она откроется. Ну, как вариант, знаете, плюс-минус. Это куда ведет? Ступенька. Она ведет к трупу. У трупа у нас были инструменты для крафтинга. Полезная штука. В быту пригодится нам. Пойдем дальше. По сюжетке. Китяра, успокойся. Че начинаешь-то в самом-то деле? Шуметь что-то, панику людям наводить. Я лучше сохранюсь быстренько. Прикинь, он не умер. Он не умирает. Че с тобой, мужик? Офигеть. 15 пуль ушло, чтобы его убить. У меня есть вариант такой в голове. Что ты такое? Ну ты покруче, чувак. Базара ноль. Но я ставлю себе привычный для себя автомат. Обалдеть, он здоровый. Он накачаннее, чем остальные. Как вариант. То, что он накачанный, прочный. Ну или второй вариант, то, что я стрелял издалека.
И не с той пушки. Не снайперской. Поэтому я так долго стрелял. Стрелял бы с калаша кого-нибудь. Пуль 8, знаете, 7, не больше. Идем, сидим, чтобы меня не спалили. Пойдем быстро. Быстро, быстро, быстро. Только не падай. Только не падай, Тёма, беги. Почему ты не бежишь? Как же это глупо было, Артём, с твоей стороны. Я тебе серьезно говорю. Поднимайся. Беда. Вот такая вот беда. Противогаз. Все, 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 дышим. Главное не умереть. Выжили, уплыли от ребёшки. Это хорошо. Все нормально. Так и должно было быть по сюжету. Кто что говорит мне? Ермак. Да. Я не удивлен. Экранирует. Что значит экранирует? Типа ребит или что? И я, к сожалению, не понял, что мне хотел сказать этот мужик деревенского рода происхождения. Но, видимо, что-то важное. Здорово. Красный еще, смотри. Я тебе говорю, не все разные. Что это тогда означает, по-любому? Ладно. Не будем разбираться. Будем лучше разбираться с тем, что мы сюда... Зачем мы сюда идем? Артём. Да. Артём, да тут я никогда с тобой не разговаривал. Ты не можешь вспомнить об этом. Зачем он говорит прием? Просто дай инфу, чувак. Услышу я или нет, там уже мои сугубо проблемы. Согласитесь? Тихо. Вот это я дурак. Вот это я зажал, конечно. Я забыл, что у меня магазин-то здоровый. Забираем весь хлам. Здорово, монстр, я тебя вижу. Демон еще прилетел. Да что за паника там началась, я не понял. В деревне нашей. Эй, успокойся. Успокойся. Ты смотри, что делают. Тихо, 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 тихо. Назад, назад. Вот то-то же. Я против вас, ребята, знаю приемы. И не с такими, не с такими сражался. Спасибо. Спасибо, мужики. Думаю, вам это больше не пригодится, поэтому я заберу смело. Ой, спасибо тебе, дорогой. Дай бог тебе там всего хорошего в том царстве. Грехи все твои я тебе прощаю. Я пошел дальше. Надеюсь, моя полумолитва, если можно так назвать, немного да помогла тебе. Эть, поползли. Пистолет бы хоть достал, мало ли там вылезет какая-нибудь тварь. Рыба, я опять упаду, да? Нет, я не упал пока что. Странно. Обычно Артём у нас из таких пациентов, которые любят падать. Да я понимаю, мужик. Что я сделаю, если вся теряется? Я связист какой-то там. Радиотехник. Еще раз повтори, мужик. Отправь, не знаю, какую-нибудь группу ко мне на помощь. Я бы, кстати, не отказался. Там князя, который миллион раз просился на помощь. Эть, спустились. Ой. Так что затуманено. Не зря я в противогазе, кстати. Бегу, 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 бегу. Гули, 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 поднимайся. Поднимайся, Артёма, поднимайся, молодец. Ого. А ты мне пулю-то вернешь? Я на монстра ее потратил, которого ты убила. Нечестно получается. Забираешь? Мой арсенал, мой инвентарь. Такими делами своими грязными. Так, это мы забрали. Куда идти-то надо, я не понимаю. Сюда? Или наверх? И туда, и наверх надо. Ты прикинь. Сиди потом, гадай. Давайте наверх сходим.
Мне почему-то кажется, что надо сюда. Я рыбу слышу. Видимо, я угадал с направлением. Здорово, мужики. Кто меня ударил? Видимо, кирпичи кидают. Они же кидают кирпичи, да? Насколько я помню. До свидания. Зря ты сюда лезешь. Тебя тут ничего полезного не ждет, я тебе скажу. Огорчу тебя, наверное. Опа! Сильно разогнался. Чуть ноги не сломал себе. Динамит, нормально. Если мы подобрали динамит, значит он сейчас пригодится мне. Да-да-да. Я вас всех прекрасно слышу, ребят. Давайте по одному, пожалуйста. Тихо-тихо-тихо-тихо. Офигеть, кто, смотрите. Обманул вас всех. Тут есть провода какие-нибудь, которые показывают, как это все работает у вас. Видимо, нету. Тихо, тихо, тихо. Ножом. Ножом, 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 Тима. Тима, ножом. На. Вот этого мужика будет тяжело убить. Он прочнее выглядит, чем остальные. Поэтому давайте наверх залезем. Отсюда попроще будет немного. На тебе, крыса. Все, он сгорел. Давайте думать теперь, как повернуть вот эту штуку. Где тут хоть какие-нибудь провода, которые подсказывают нам, как она крутится. Вот тут я не ходил вроде. Мне кажется, тут будет ответ на мой вопрос. Я еще в инвентарь загляну даже. Мне не трудно. Так, собрать на букву У у нас. Спасибо. Вливаем. Берем пушку. Пушку, которая скрыта. Блин, она разряжена. Давай, 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 Тёма. Тёма, заряжай, пожалуйста, ее. Быстрее, 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 быстрее. Кажется, зарядили. Убил. А, все, убил. Нормально. Можно продолжать двигаться. По пути заряжав ее. Зарядив ее. Как правильно, не знаю, как хотите, так и называйте. Поползли. Надеюсь, эти мужики нас не спалят. Ну, собственно, на это и был расчет. Потому что я без оружия, тут куча зомби. Они должны были пропасть как-нибудь. Нет, ребят, все, конечно, хорошо. Но я не хочу в этом выпуске с ним сражаться. Без обиды, если кто рассчитывал на это. Но вы это все увидите завтра. Артём, жив? Да. Тёма. Я живой. Артём. Да живой. О, бесполезно что-то говорить. Они меня все равно не услышат. Не зря я играю. Я что, уронил? Не включать. Почему? Меня убьешь, что ли? Гробы, гробы. Куча всяких рыб. Рыб. Кто-то в меня какими-то кирпичами кидает. Наверное, зомбари обычные. А? Вроде тишина. Погнали. Ой, нам еще гулять, гулять и гулять. По-любому. Давайте тут закончим. Побегу я дальше в следующем выпуске. Надеюсь, стребеху мы там завалим, наконец-то. А то он нас задолбал уже плавать. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем всего хорошего. Всем пока.